Так, дальше. Уже оказался там обрыгивать. Забрали, теперь белая херня. Чего сдается мне как-то? Где-то здесь будет пролегать куча. Из точек. Так, будем сохранить. Thank you.
Бдительная тут стража. Забыл. Нужно накинуть капюшон. Так, ладно. Королевское послание королю Конхабару. Достойнейший король Конхабар, мы, короли Айлиха, пишем тебе с тревогой в сердце. Зачем дозволяешь ты флану Синне размещать свои орды на землях Кунахта? Его безумная кровожадность угрожает всем нашим королевствам. Король Дамнал и Ниал Айлихские. Что-то неладно с тем королем, да? Забрать и пишем.
теперь там птичка у меня есть, буду вот здесь сюда сгонять. Легенда о Морриган. Морриган может менять облик и часто играть. За легенда о Морриган. Морриган может менять облик и часто является в образе вороны. В таком виде она любит летать над полем боя, ища чем поживиться, и видел это сам. Она богиня войны и смерти, пророчеств и судьбы, и может быть кем пожелает, но чаще всегда принимает облик женщины или сразу трех женщин. Как-то она бросила вызов Ухулину, вмешавшись в кровавую битву между ним и королевой Мэтп. Сражение продолжалось всю осень. Ухулин искалечил Морриган, но та превратилась в старуху и обманом заставила героя исцелить ее. Какова сила Морриган? Наебывает, короче, всех. Вон сколько сокровищ-то. И их надо как-то открывать все. Это еще в Англии. Так, здесь вроде все.
Нападут, как только увидят. Чувствую прилив сил. Испытания или алтарь или еще что-нибудь. Копыта оленя.
Хорошо, что оно у меня есть. Это прям пиздец, как хорошо. Еще бы я, блядь, за оленями не бегал. Сюда птички идем. А птичка вот, а у нас еще и пост здесь есть новый, скорее всего четвертый вид уже этих яства, что там еще украшения будут. Идем сюда, потом на пост, потом птичка. И что у нас, кстати говоря, здесь собирается уже прилично, пускай еще копится. Где-то есть вход, а хрен его знает, где он есть. Вот здесь. Пиздец, дебил, блядь. Новая кость.
так хорошо. Туман безумия. Мы научились создавать туман, который проникает в сам разум. Грибы белые, с белой каймой, кора орешника и стружки священного янтаря. Даже медвежье сердце и кровь ученого человека, а также медвежье сердце и кровь ученого человека разогревать до появления освещения, после чего густой дым наполнит долину. Я знал, что это наркоманы. Сюда, потом на хвост, потом на птичку. Так, тут немножко осталось прям. Придется подлатать.
Ебануться. Ну этого петуха надо убить в первую очередь, постараться. Ёбаный в рот, как так? Нет! Нет! Иди в жопу. В смысле невозможно, блядь. Своего волка.
огонь вырвал, да? Версия, блядь. Туман. Нет всего с пути. Дал мне сил. Да ебан. Я понял, короче. Все ясно. Так. Значит, переодеваем оружие. Даже мьёльнир есть. Так, круглый какой-то, ничего не есть.
после восстановления здоровья при парировании. Я же не парирую, извините. Ладно, попробуем так с щитом. Перекипит в жопу, ебаный так что сделать. Молот Мьёльнира, блять. Либо он просто взял все и загасил. Прям неплохо. Так, надо же птички сходить. А, или сначала. Сначала на пост. Удивительная тут стража. Туман опять же этот. Перепутали, блядь. Thank you.
Записка написана аккуратным почерком. Как предполагалось, все ценности увезли в Кешкарран. Здешние люди боятся колдовства друидов и не станут ничего предпринимать. Короче, еще даже сюжет про друидов не пошел, я уже всех друидов завесил. Нормально. Чувствую прилив сил. Этот пост был построен для хранения драгоценных товаров, вроде слоновой кости и других редкостей. Придется немного поработать, чтобы его восстановить. Базара в сундуке. Ну, пускай еще копится. Нет, мне пока не надо. Так, что у меня по припасам там? Вообще мало. Так, все посты есть, идем на птичку. И чутка еще вон осталось. 3 артефакта, 3 тайны, 4 сокровища. Вот, раз птичка далеко. Yeah!
еще что-то есть. Еще есть что-то. Даже остров какой-то есть. Ладно, это я у птички успею спрыгнуть. А вот в эту сторону надо сходить. Тут камни складывают по-любому. А в остров заглянуть что-то. Бен, блядь. Название. Кто бы сомневался. С первого раза собрал. Все гениально просто, как говорится. О, белая херня. Сохранить.